прошло ваше выступление? Наше выступление прошло замечательно, волшебно и классно. У вас невероятно крутая публика. Это сложно не отметить. А что вас поразило больше всего? Все, у вас очень атмосферно, максимально душевно. Все люди позитивные, все улыбаются, у всех горят глаза. Все знают песни наши. Что может быть лучше? Я не знаю, правда. Вам сложно было сюда добираться, нет? 13 часов мы ехали. Вот, все, что я могу сказать. Вы еще раз приедете к нам? Конечно, приедем. После такого невозможно не вернуться. Самое интересное, что здесь было для вас? Ответьте. Знаете, очень сложно просто отметить, потому что для меня все выступление, оно вот каким-то пронеслось большим комом, как перекати поле, оно быстро пролетело, и мы только зашли в гримерку, и с ребятами, с музыкантами сказали, ох, сейчас бы еще раз выйти и сыграть. Поэтому нам ничего не запомнилось, давайте еще раз сначала. То есть вы приедете еще раз к нам, да? Если вы приглашаете, мы приедем. Оставьте пожелания для мариупольцев. Друзья, я желаю вам оставаться такими же горячими, жизнерадостными, быть максимально индивидуальными и слушать хорошую, классную музыку, потому что посмотреть на лайнап фестиваля можно и просто удивиться, настолько у нас, это только украинские артисты, настолько много очень хорошей музыки, ее надо ценить, это важно. Спасибо большое. Спасибо.